утра. Это наша совместная работа с учетом Российской империи, тем более Советского атомного проекта, начинается здесь. А здесь у нас что-то вроде кабинета Сталина. И здесь мы начинаем рассказ о том, что давайте вспомним послевоенное лето, 45-й год, 24 июня идет парад на Красной площади в Москве. Когда он встречался с Оппенгеймером, спросил его: скажите, когда русские сделают бомбу? Он говорит: я не могу сказать, когда. И вот, собственно, ради чего? Собственно, плутоний шарик так вот и выглядел. 6,5 килограммов примерно, две полусферы, вот такой шар соединяли. И это здесь вот показывается, как шли опыты на крит-массу. Показано, собственно, заряд. Делали соровцы. Все, да. Все, вся другая, кстати, вся аппаратура, что была. И здесь вот для меня такую штучку сделали. Если я нажму, мы сможем с вами сейчас посмотреть. Там щели никакой не было. Там все было засыпано землей. Да. Не, они почувствовали там двери. Сейчас там все, земля затряслась, они почувствовали. Ну, вот, да. Подход для лодка. В 57-м году спустили, только в декабре 58-го уже не осталось. Но самолеты, опасного у нас нет. А здесь у нас кинозал. Здесь люди выходят отдохнуть и посмотреть исторический контекст, что происходило в те времена. Корейская война,